воскресенье в Самарской области пасмурно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, минус 4, минус 6 градусов днем, ночью 7-9, ниже 0, ветер западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, в дневное время минус 4, ночью минус 7 градусов, западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, возможен небольшой снег, днем минус 4, ночью 7, ниже 0, западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, днем минус 5, ночью 7 градусов ниже 0, западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.